Ледовая переправа через Яну откроется в конце декабря. Пока через реку ходит паром, который работает только днем с учетом графика приливов и отливов. Населенные пункты Ольского округа обеспечены необходимым запасом продуктов питания до начала работы ледовой переправы. На сегодняшний день проезд по колымским дорогам обеспечен, хотя низкие температуры создают проблемы для работы техники, которая грейдирует трассу и строит заграждения от переметов. Дорожные службы вынуждены в щадящем режиме давать нагрузку на технику, так как при морозах ниже 50 градусов увеличивается риск образования трещин в металле.